ПТУ уже не те. Станки и верстаки заменили на роботов и лазеры. Техник сегодня равно программист. Студенты загружают рисунок, станок вырезает деталь из любого материала. Кажется, все просто, как на принтере. А вот и нет, параметры-то задает человек. Например, чтобы сделать цветную гравировку, нужно просчитать температуру, скорость лазера. Краски же нет, это все окисление. Семен Кожуханцев лучший в этой области, победитель соревнований World Skills. Нужно, значит, найти фокусное расстояние, правильно подобрать режим обработки, чтобы именно на нужном месте получился нужный цвет. Больше всего заготовка нагревается при нанесении черного цвета. Это самый медленный цвет. Быстрее всего делается белый и золотой цвета. Это была первая лаборатория, сейчас мы направимся во вторую. С помощью этого станка изготавливаются такие элементы, как, например, части механизма для часов, стенты, которые вставляются в сосуды. Руками сделать такое невозможно. Толщина детали тоньше волоса.